В течение всей избирательной кампании члены общественного штаба Самарской области по независимому наблюдению за выборами будут контролировать легитимность процесса. В облизбиркоме был подписан протокол взаимодействия избирательной комиссии и общественного штаба Самарской области по независимому наблюдению за выборами. 954 избирательных участка будут оборудованы системой онлайн-наблюдения. Информация будет транслироваться в центре общественного наблюдения, где будут находиться как эксперты, так и волонтеры. Любой избиратель на силу закона имеет право прийти в этот центр общественного наблюдения и посмотреть своими глазами, что же там происходит. Кандидаты, партии, которые выдвинули кандидатов, также могут иметь доступ к этому спецпорталу. Уполномоченный правом человека также доступ предоставляется по специальным каналам связи, может отслеживать все, что происходит на избирательных участках. Члены штаба по независимому общественному наблюдению за выборами провели около полусотни семинаров по всему региону. Слушателями стали порядка 5000 активных граждан, которые подтвердили, что обладают необходимыми компетенциями для того, чтобы осуществлять независимое наблюдение на избирательных участках. У нас сейчас достигнут высокий уровень согласия и единения в обществе. И у нас есть для этого основания быть согласными и едиными. Но избирательная кампания, она сама по природе своей конкурентна. И, конечно, здесь конкуренция личностей, конкуренция идей, принципов, конкуренция интересов. И в этих условиях надо создавать возможность главному участнику избирательного процесса, а именно избирателю, условия, которые позволят ему свободно выразить свою волю относительно того кандидата на должность президента, который соответствует его ожиданиям, его пониманию перспектив развития нашего государства. В этом году в состав штаба по независимому наблюдению за выборами вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации, всего 15 человек. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатели президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Виктория Шара и события.